Итак, закладываем первые семена. Так, что у нас здесь за семена есть? Так, подготовили вот такую вот, как можно сказать, почву. Воды добавили, разбавили. Сейчас возьмем стаканчики. Так, присядем поудобней. Погода шепчет, тепло, поэтому сейчас посадим первые семена. Что у нас здесь? Томаты, балконы, цуд называется. Поехали, с первых томатов будем сажать. Так. Мы намного добавлять не будем, да? Сначала вот так. Все, закладываем первые семена. Так, и сверху, вот так вот сверху раз, сильно много не надо, чтобы оно проросло у нас. Так, сегодня Пасха у нас, собрались за квадратным столом, да, семья. Все члены семьи. Все члены семьи. Даже вот этот... Катя. Пузеныш малый. Катя. Катя, помаши ручкой. Катюша. Папа, привет. 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 Я... Привет. Это я. Это я. И я, конечно же. Настя, собственной персоной. Да, Настя, собственной персоной. И мама. Марина. Так. Готовили стол, чтобы было чем богаты, да, тем и рады. Вот. Давай свечечку. Не Марина, а Михала Марина. А где тут? Нет, папа тут сегодня ходил в этот, в церковь. Цо, во сколько я ходил? Там где-то у меня зажигалка была, наверное. Какая это где? А это чья? Есть там, а вот она. Да, еще одна. Все. Ну давайте с Пасхой. Мне, наверное, вино. Христос воскрес. Да. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Кать, говори. Кать, говори что-нибудь. Кать, ты же там дуешься, что ли? Мам, ну на камеру. На камеру. Так, ну давайте кушать сейчас. Ой, ремнями пристегнули, а она вся выпрыгивает. Так. Я кому картошечки? Это картошка с мясом, да? И с грибочками, и с мясом, и с сыром. Там все. Вкуснятина. Как запеканка, да? Ну вообще мясо по-французски это называется, но я думаю, что это совсем не мясо по-французски. Ага, придержи, Марина, пожалуйста. Я бы тебя насыпала. Да нормально. Дал бы мне тарелочку, я бы тебе все... Все, мне хватит. А тебе? Давай я сама. Сама насыпешь? Угу. Вот так вот. Я сходил сегодня... Грибочки, конечно, шампиньоны легенькие у нас. Угу. Не такие какие-то. Утром встал. В часов где-то в 5, наверное. Сходил, да, 5. Посветил. Тут рядышком у нас церковь. Сходил, посветил Пасочку. Купил свечки. Так что сейчас сегодня Пасха. У Насти была температура, поэтому она... Да, у Насти температура по 38 была. 39? 39, да. Сейчас вроде ничего так. На вся семья болеет. Да, это точно. И оградить никак от малой, потому что две комнаты всего. Ой, плохо, что мне сегодня на работу, я бы с вами побыл бы. Ничего, папуль. Сейчас перед работой с нами побудешь. Угу.
Все. Папа, давай кушать. Да, кушаю. Все. Бросаю видеосъемку. Давайте кушать. Правда. Что там ешь, Настя? Ложка? Да. Пожалуйста. Ой, кашляет уже. Закрывай ротик. Далеко. Какая разница? В одной комнате. Катя, а ты чего сидишь без ничего, а? Катя. Катя. А что, ей сиську дать, что ли? Нет. А без чего она должна сидеть? Ну, он картошку бы взяла. Сока, может. Гороха давайте попробуем. Настенька, бери оливки кушай. Я ж тебе насыпала. Вот. Ты не видела, может? Все, папуль, давайте. Да, давайте кушать, да. Еще раз, Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Все.